Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Эта игра реальная». Да, такая вот игра, мне просто понравилось название, поэтому я решил в нее поиграть. Вроде бы хоррорец, вроде бы неплохой, «Я реальная» называется глава. Хорошо. Хорошо. Выглядит довольно интересно. Книга под названием «Жить с другими людьми». Она мне понадобится, да, она мне не помешает. Так, я могу присаживаться, я могу прыгать. У меня есть ноги и руки, ебать, лучшая игра на свете. Правда, я вот так вот как-то стою. Какие-то проблемы. Это так не должно, по-моему, работать. У меня сколько пальцев? Я думаю, я ногами на заводе работаю. Да, все правильно, 5 пальцев. Я думаю, может быть, пальцев меньше, чем нужно, как бы. Я работаю на заводе ногами, поэтому, может быть, что-то вот так вот. Стул, прекрасный стул. Я не знаю, ради чего здесь стоит стул, если честно, типа. Так, пошла. Пошла передача под названием «Доебаться до игры». Смотри, у нас стоит шкаф, у нас стоит кровать. Ты сможешь сидеть на кровати. Зачем тебе тут стул, дебилушка? Ты хочешь подзаряжаться от него? Ты хочешь просто сидеть и как дебил включать-выключать свет? Ой. Я чуть чашечку не укинул. Так много стульев. Тут, походу, у меня какое-то собрание. Тут даже два стула просто. Ну, тут, наверное, логично, чтобы сидел я и моя жена. Вот, я сижу и как бы... Жена, видимо, у главного героя такая... В жопу твои стулья! Ты любишь стулья, а не меня! Да. А я потом говорю, жена, ты вообще нереальная, ты чё? Почему ты должен быть мертв, но ты не мертв? Неинтересная книга, читать не хочу. Мне неинтересно, почему я должен, но нет. Чё такое? Это какой-то неправильный олень. Это что? Ах, стражники. Возможно, стражи галактики. Возможно, у нас главный герой фонтан комиксов. О, безглазый ребенок. Наверное, мой. Да, они все безглазые. Смотри, какой-то другой ребенок снимает летсплей по, видимо, моему несуществующему ребенку. Прекрасно, прекрасно. Тимми! Тимми! Я просил тебя вставить сюда правильные шарики, а ты обосрался, опять тут мухи летают. Тимми! Тимми! О, какой классный пультик. Прекрасно. А чего пультик, кстати? А, телевизор рядом с компьютером. Нет, ну так что-то сидеть вообще нехорошо. Ты сидишь за компьютером и смотришь телевизор прям впритык. Это больно для твоего монитора и глаз. Я, кстати, плюнул в монитор, держу в курсе. Картина стены. Прекрасно. Моя любимая картина стены. Опять везде грязь, везде что-то понабросали. Ну что такое? Ну что вот такое? Так, это закрыто, это закрыто. Бабушка и бабушка читают книгу и видят в ней надпись под названием «Ты хера открыла книгу, иди работай». Так, тут ничего. Классный у меня везде вообще лох. Кто здесь разляпал кетчуп? Ладно, меня не интересует. Я должен с этим что-то сделать? Я ничего с этим сделать не могу. Я могу просто приближаться глазами. Дидобленбент. Деды. Книга про дедов. Меморис детей. Ты сделал это? Еще на корабле. Обычно на кораблях такие звуки. Что такое? Бляха, как же громко-то, а? Я не знаю, почему у меня все так громко. Что такое? Тут что-то где-то проплывало мимо меня. О, санитарный набор. О, пить. Ну, пить я не хочу, как бы. Еб, у меня какой телевизор стоит. Ой. Он идет. Лучше прячься. Как? Я не могу ничего открыть, как? Я понял. Я в шкаф. Блять, я не могу в шкаф. Ладно, я не в шкаф. Дайте мне хоть под кровать-то спрятаться. Все, я под одеялом. Куда я спрячусь с тебе? Кто идет-то? Никого не идет. Слушай, я, конечно, не сцикло, но я сделаю чуть-чуть потише, потому что я что-то как-то боюсь. Чуть-чуть. Он идет, прячься. Ну, я пытался под столом, но мне не дали. Мне не дали под столом. Да ладно, врубай, ничего страшного не происходит, все нормально. Это ребенок, что ли, со школы возвращается? Больной?
Типа прячься, дезодорантом его обливай. Антиперспирантом, дезодорантом, дезинфекционным. Закрыто. Я не делал ничего. Ванная. Какая здоровая ванная. Зачем мне здесь ведро? А, пиццу туда скидывать. Здорово. Че, мне в ванной прятаться? Я в домике. О, ты в безопасности здесь. Оставайся с нами. Ладно, эту дверь закрою. Спасибо. Ну, я чувствую себя здесь в безопасности. Кто-то матерится на фоне. Можно воду включу? Все нормально, не беспокойся. Ты главное не беспокойся. Я с тобой. Давай, кулачок. Давай, кулачок. Давай, кулачок. Да иду я есть, успокойся. Ты безопасности здесь нет. Оставайся с нами. Чё-то мне не кажется это место уже безопасным. Но ведро как бы в порядке и хорошо. Ну я пошел отсюда. Давайте, ребят, пока. Удачи. Дверь закрыть не могу. Бля, стрём. Чекпоинт, в смысле? А зачем сохраняться? А что, меня что-то может ябнуть сейчас? Ой. 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 А можно я? Ну это сынок вернулся. Ты следующий. Да ну обманываешь, я не следующий. Очередь еще не за мной. За мной там женщина занимала. За ним. Да. Возьми оружие, блядь. Можно было взять подсвечник, хотя подсвечником защищаться. Лянь, тут походу конь пришел. Видишь, он по диагонали ходит. А что это вы тут делаете? Разбежавшись, прыгну я на стол. О. Ебать. Сынок, ты вернулся наконец домой? Только не кашляй, пожалуйста. Кашлянешь, я тебя с локтя ударю. Не ударю. Не бес... Ебать. Бля. Ты кто? Что ты здесь делаешь? Он, блядь, там прячется! Вон его ноги! А, подожди, какая-то записка. Он идет, лучше прячься. На меня смотрят глаза. Ну, прекрасно. О, классно. Ну, хотя бы у меня, кстати говоря, есть глаза. Ни у кого в этой семье нет глаз и рта, зато у меня есть глаза и усы. Вот это я пиздатый. Мужик, выходи отсюда. Что ты пришел сюда? Дай одежду вообще. Жестко я стою. Что за книга? Ладно, я пошел. Да все нормально. Глаза и глаза. Слушай, давай позвоним кому-нибудь. А, слушай, а я могу, кстати говоря... Не могу. Я думал, может быть, поворочить надо. Выруби телевизор. Мешай. Ладно. Я не очень понимаю, что с этим делать. Ебать. Хрена, мужик, ты быстро бегаешь, аж кусты загорелись. Блядь, меня аж... Да дрожи пробило сейчас. Сука, что там? Иди найди меня, у меня есть что-то тебе показать. Ну только не раздевайся, я не, это не одобряю. А куда? А, сюда. А, у меня есть фонарик, откуда? Пердаковый фонарик, походу, найден. Почему пердаковый? Потому что я в трусах. Откуда я еще возьму фонарик? Окей! Okay. Мне не нужна была эта дверь. Я и так совсем разберусь. Говорил. Кто угодно, но не я. Стена. Я пытался только что открыть стену. Класс. О, нет. Можно, пожалуйста, мне в эту дверь не заходить? Спасибо! Невероятно!
А может, можно? Но я туда и не хотел. Здравствуйте, мистер Факел. Надеюсь, вы тоже за... Да-да-да-да-да. А тут вы ничего не закроете, привидение. Не я. Все нормально, привидение. О, нет. Я спускаюсь по лестнице. Только не это. Только не это. Ненавижу лестницы. Ненавижу лестницы. Ненавижу лестницы. Стесняшка. Маску одел, правильно. Сейчас карантин. Сейчас карантин. Правильно, что маску. Куда? Ну, блин. Ну, правильно. Социальное дистанцирование. Нужно дистанцироваться. В пизду. Просто в пизду. Это все. Ненавижу я это. В следующий раз, когда я буду покупать квартиру, я скажу, что я куплю какую-нибудь хорошую. Ой, ладно. Что такое это? Такое вообще? Что это? Провода новые? Электрики пришли? Ну, спасибо. Наконец-то вы интернет провели нормальный. А не это жопное чудо. О. Ну, это вот... Это, видимо, электрик. Электрик и два очень маленьких человека. Стоп, а это не чьи-то руки, кстати говоря? Мне вдруг стало интересно. Нет, это вроде не чьи-то руки. Ну, прекрасно. Это в лицо. Ой. Какие-то проблемы? Ну ладно. Здорово. И что? Ну ты загорелся. А, ну типа дальше надо пойти. Он просто такой. Посмотрю на. Я вас не боюсь! Я вообще ничего не боюсь! Никого не боюсь! Загорелся глазами, дурачок. Думаешь, что меня это испугает? Никто не должен забрать этот факел! Это самый, сука, важный факел в этом здании! Никто! Никогда! Хуля! Какие проблемы? Ты не монстр. Они не понимают, но я понимаю. Конечно, я не монстр, я Андрей. Приятно познакомиться. Не смотри сзади тебя. О, привет. Иди сюда. Ну, ты сыкло. Ты ж меня понимаешь, говоришь. О. А туда? А я пойду туда посмотрю. А у вас тут секреточки? Секреточки, а? О, реально секреточки. Ой, я из игры вышел. Да блин! Ха-ха-ха, я ограбил вас, тупые привидения! Молодой человек, уйдите. Спасибо. Батька такой пришел в хату. Да что вот... Гадина. Правильно. О, а вы баскетболист? А хуй тебе. А я пойду в другую сторону. Ладно, я лучше пойду за ним. Он так внушительно ходит, что у меня как бы и выбора нету. Кто капнул? Почему здесь факелы в форме теней, тени в форме ангелов? А, ну я бы, наверное, сюда пришел. А не, вон он. И че, мне за тобой идти или куда? Мужик! А ну подожди! 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 Окей. Не, все нормально. Он хороший парень. Он хороший парень, все нормально. Не, подожди, давай я за ним допройду. Может быть, ты мне что-то показать. Ты по кругу просто спрашивал. Ты просто. Вот, дятел. Так, а как я могу перезарядить зарядку? Никак, наверное. Ну ладно, я пошел. Давай, бро, пока. Приятно было не видаться. Никогда бы больше я тебя не видел. О, смотри-ка. Фанаты хотят потрогать. Класс. Чё-то мужик за мной теперь идет.
я не хочу. Здорово. Угу. Угу. Я все жду, что меня сейчас какая-то херня испугает. Ого, мина. Класс. Здравствуй, мина. Что тут? Ничего, курица какая-то жива. Сидушка. Шу, а я от него убегаю или чего? Оу. Оу. Я не рад тому, что эта дверь открылась. Ебать, вы меня сейчас испугали. Меня уж прям-то дрожь. Да я вас не... Вы просто рыцари. Вы просто рыцари, которые в 2 раза больше меня. Все нормально. Не дрогайся. Жена, ты не рассказывала, что купила такую странную херню к нам в дом? Зачем тебе вот эти вот вещи? Дай-ка зайду. Нет, не зайду. Это какой-то... Сторителлер. Hellbound Heart. А свет? А как перезарядиться? Я не знаю, кстати. Я не читал. А, все, нормально, Q. Я просто не читал, я не знаю. Слушай, я могу как-нибудь это взять? Куда-нибудь унести? Нет, не могу. Ногу дома забыл. Да-да-да, ладно, пойдем за этой штукой. Мужики на месте, все хорошо. Мужики на месте, все в порядке. Мужик, здорово. Это, походу, у нас к врачу. Видимо, вот здесь сидишь, ждешь, пока очередь твоя дойдет. Видишь, как хорошо. Медицинский центр России. Че это такое? А кто тут живет? Ну ладно. Ой. Добрый вечер, ворон. Каркарыч, как дела? Не ссы, все хорошо, дай поглажу. Ты знал, что вороны разговаривают? А я знал. Гроб? О, с золотом. Привет. Привет. Я в огонь должен пойти? Смотри, я горяч. А что? Ты что-то от меня ждешь? Ну ты скажи, ты не стесняйся. А, у тебя нет рта. Ну Каркарыч, тогда ты каркни. У тебя рот есть. Ладно, пойдем в другую комнату. Сюда мне походу пока... Нафиг камеры следят за этим? Оно не открывается, да? Хорошо. Хорошо. Это что такое? Люди! О, а батарейка? Здорово. Ты недовольный мужик. Без глаз, без рта. Недовольный. Это что сейчас так шумело? Ладно, пойдем сюда. Чего мне стрёмно? Че это такое? Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Че приуныл? Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Там что-то вот про ра-ра-ра написано. Деньги. Да я не буду брать деньги. Здорово. Че у тебя? Довольный. Нормально. Ну, довольный и довольный. Обосрись теперь. Так, ладно, пойдем туда. Сейчас, подожди. А, окна. У-ля-ля, у-ля-ля, сиси-масяси. Тут происходит. Вот это да. Ладно, ребята, не буду вам мешать. Кто сидит на стуле на столе? Некрасиво. Убийца. А, это типа я? Я же не убийца, мне сказала записка. Записка мне сказала, что я классный парень. Мне начинает казаться, что наш главный герой убийца. Ой. Дай 5. Ай! Блять, я ж не знал, что ты меня бьешь. Хочешь мне что-нибудь сказать? Я все правильно сделал? Дай там, блядь, батарейку. Еще батарейку. А, тут все это время стоял телевизор. Здравствуйте. Он показывает внутри. О, я всегда сзади тебя. Ебать, меня уже тут дружит рыбило. Я всегда возле тебя. Нет, ты меня обманываешь, ты не сзади. Ты не в игре. Не в игре, а в реальной жизни. Я не один. Мы все активно на тебя смотрим. В реальной жизни. Давай мы... дай нам себя под контроль. И тогда все твое страдание закончится. Ну и я... Иди посмотри внутри своей головы.
хуйню несешь? Я подумал, и твои слова не имеют никакого смысла. Да-да. О, ничего себе. Ебо. Ладно, я здесь. Нет. Мне, наверное, надо было, может быть, его оббежать. Чё? И куда? Ха-ха-ха, лох! Лох, это не я в тюрьме, это ты! Тихо. Здорово. А чё ты такой довольный? О, слушай, а не говори, что вы меня все обманули! Сумасшедшие пианисты. Ты сделал правильный выбор. Иди теперь спать. О, я реально хожу. Вон он, Ленья. Вот смотри, я хожу. Ничего себе. А я могу прыгать. Смотри, что могу. Вау. Ладно, пойдем спать. Окей, давай спать. Вот. Как бы, да, спать это хорошо. Еще. И все? Вот такая вот игра. Неплохо. Неплохо. Вначале было более страшненько, но потом как-то оно менее стало стрёмно, когда вот эта вот беготня в центре началась. Но для тебя она не такая будет не стрёмная, я её повырежу. А пока на этом всё. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.